Девчонки, привет! Сегодня расскажу вам, что можно делать с лысой головой, чтобы выглядеть красиво и стильно, даже несмотря на отсутствие волос. Но начнем с того, что красиво и стильно вы можете выглядеть, даже будучи лысой. Вот мне, например, совершенно нравится, но я не хожу так, потому что не хочу объясняться со своими соседями, что со мной случилось, почему нет волос. В общем, предпочитаю как-то лысину это прикрывать. Значит, самый очевидный вариант – это, конечно же, парик. Он у меня есть. Вот. Значит, я выбрала себе парик из натуральных волос. Он хорошо одевается, хорошо крепится на голове. Вот, смотрите, здесь даже есть пробор, который выглядит очень натурально. Вот. И, в общем, когда я это одеваю, то... выгляжу очень естественно и хорошо уже с этим париком. Если вам кажется, что парик выглядит неестественно, вы всегда можете дополнить его какой-то шляпкой или кепкой. И вот. Видите? Получается, что пробор вы свой прикрываете, то есть не видно, как парик сидит на голове, просто волосы из-под шляпы выглядывают. И получается, что вот у вас волосы. Никто ничего не понимает. Дальше. Если парик для вас не вариант, то, например, вот я не очень люблю его носить, потому что все-таки в нем как-то и жарковато, я все время переживаю, что он куда-то может съезжать, хотя он у меня закреплен на липучках. В общем, я предпочитаю либо платки, либо шляпы. Ну, значит, шляпу, естественно, можно носить просто на голову. Вот. То есть, ну, таким образом, все равно все-таки, мне кажется, понятно, что вы лысая, поэтому я предпочитаю другой вариант. Я ношу шляпу на платок. Значит, платок под шляпу я завязываю вот так. Значит, вот, начинаю как обычно. Потом сзади завязываю вот так. А потом делаю, как будто я вот гульку закручиваю из волос из своих, понимаете? Вот, оба конца сразу. И вот так вот закручиваю, закручиваю. Вот так. Подбираю резинку в тон. И завязываю. То есть полностью, как будто вы делаете низкую гульку на голове у себя. Вот что у меня получилось, да? Вот. Вот так. То есть вот уже, в принципе, достаточно, да, можно не надевать шляпу, можно идти прямо так, а можно и надеть шляпу, и получается совсем модно, мне кажется, да? Ну, так, по крайней мере, стильно и интересно, да? Дальше. Платок вы можете завязать по-другому, но тогда уже шляпу на него надеть не получится. Если нет резинки, например, под рукой, да, то, значит, все делаем то же самое, да, на голову его кладем, сзади завязываем, потом эти вот концы выводим вперед, между собой перекручиваем, да, просто не завязывая, вот перекручиваем, потому что тогда они лучше фиксируются, не съезжают. И сзади уже можно завязать на узелок. На узелок. Концы как хотите. Можно оставлять, можно прятать под платок. Вот смотрите, в таком положении, да, платок отлично держится, не съезжает. Вот этот тут ничего не распускается. То есть вот если носить только платок, то вот это, по-моему, самый оптимальный вариант. Очень многим идут вот такие, таким образом завязанные платки. Мне не очень нравится, как на мне, но вообще многие девчонки вот так носят, я видела. Так, далее. Конечно же, у вас есть всегда вариант одеть кепку. Просто кепку. Вот мне, честно говоря, очень нравится, как выглядит кепка на лысой голове. Вот, конечно же, сзади заметно, что там лысина, да? Но мне кажется, как-то оно немножко так молодежно, по-хулигански выглядит. Вот, в общем, мне... это нравится. Такая кепка у меня черная, да? Естественно, можно кепку попробовать на платок одеть, да?
Еще один вариант шляпы – это панама. Панама очень хороша тем, что ее можно надевать без всякого платка. Вот у меня она такая плотная. И она, у нее низкие поля, да, такие приспущенные. И вот под панамкой, кстати говоря, вообще не видно, что у вас там лысина. Просто как будто бы короткая стрижка, которая не выглядывает, да. То есть вот панамка из всех шляп, она отлично сама по себе прикрывает вашу лысину. Поэтому на лето я тоже планирую себе купить. Это такая более плотная, теплая, а на лето какую-нибудь светленькую себе прикуплю. Вот. Ну и еще один интересный вариант головного убора. Это тюрбан. Вот я его специально заказывала для себя, сама выбирала цвета, такие поуниверсальные. Смотрите. Тоже очень интересно смотрится. Вот, чем-то напоминает закрученный платок, да? Но вот так вот оно сразу уже выложено на голове, да, то есть сюда можно дополнить какими-нибудь интересными серьгами. И вот так вот уже идти. Вот он очень у меня легкий, из крепа, поэтому вот из натурального материала, да, поэтому летом мне будет в нем не жарко. Вот такие варианты. Если есть еще какие-то, сообщайте, подавайте идеи. Всем пока, будьте красивыми и здоровыми!